город градообразующий, и работал там народ мирный, не бастующий. Но когда завод закрыли, начались волнения. Кто завод назад вернет для успокоения? Путин, Путин едет в Пикалево. Путин, Путин сделает нам клево. Путин, Путин на расправу быстр. Путин, Путин наш премьер-министр. Все, кто в кризис, будут заводы закрывать. Ай-яй-яй-яй, Путина будут получать. День за днем цены поднимаются, население бьют рублем, просто издеваются. Стало мясо за неделю раза в два дороже. Как же с этим мясом быть? Кто же нам поможет? Путин, Путин, в супермаркет мчится. Путин, Путин, что-то там случится. Путин, Путин, на расправу быстр. Путин, Путин, наш премьер-министр. Все, кто в кризис, будут цены поднимать. Ай-яй-яй-яй, Путина будут получать. Пусть не главный по стране, это только до пары. Скоро и тебе, и мне вновь шагать на выборы. Ну а выбор очевиден к третьему куплету. Результат прекрасно виден, и, конечно, это Ёжин с Бажин, разве есть сомненья? Ёжин с Бажин, символ поколения. Ёжин с Бажин, выбор населения. Ёжин с Бажин, жизнь станет веселее. Знают олигархи и шахтеры мент. Ёжин с Бажин будет наш новый президент.